Итак, в кармане у нас было 300 рублей. Сели на автобус, доехали до места, искали жилье подальше от центра. Нашли комнату за 50 рублей, что было очень дешево тогда. Две кровати, а удобства остальные на улице были. Сразу пошли искать работу, так как денег в кармане не было вообще. А кушать хотелось сильно уже. Нашла работу на рынке продавцом. Но недолго я там пробыла, так как случились такие дела. Вечером поздним сидим за столом. Вдруг двери открываются в дом. Папа заходит ко мне весь в слезах. Папа, прости, что я так поступила. Сидели весь вечер, ревели друг другу. Только не пойму, как нашел он меня. Это ж столько домов, это ж надо найти. А тут раз, случайно зашел, и мы сидим. Утром пошли и купили билеты. Так не хотелось уезжать к себе-то. Заявление в милиции мама писала. Но милиция даже ничего не сказала. Вы думаете, нас она искала? Ну ладно, не в том суть. И приехав домой, мне мама сказала такую вот вещь. Что она мне сказала? Смотрите завтра.